Ну и погода сегодня. Град, дождь, снег с дождем, град с дождем. В общем, вообще непонятно, что сегодня происходит. У нас первый снег пошел. Обещали выходные. А пошел раньше. Сегодня пятница только, еще не выходные. На улице мороза нету, поэтому не сильно он ложится, но чуть-чуть что-то есть. Поздравляю, Дрезден, с первым снегом. Ой, он такой крупный, вам просто не видно, какой он крупный идет. Сейчас попробую. Не. Не получается. Очень крупный, такие прям. Снежинки большие-большие. Ура! Всем приветик от Альмиры отдельный. Да, Альмирася? Как вы видели, у нас погода сегодня вообще интересная и замечательная. С утра мы поехали к стоматологу. Мне удаляли зуб и наложили швы. И сегодня швы удаляли. Ну, все нормально, все в порядке, переживать не за что. Вот. И когда уже утром выезжали, нормально была погода. Ну, так, пасмурно, ну, в принципе, как обычно в Германии. Вот. А когда назад уже ехали, и начался и маленький град, и какой-то дождь, и снег, и, в общем, непонятно, что происходило. Ну, в общем, я вам все сняла и показала. Но потом это все мероприятие сменилось сильным ветром, потом вышло солнце, но на данный момент все равно пасмурно. И в выходные обещали все-таки нам снежок. Вот. Что хотела... Ой, хотела похвастаться. Знаете, чем хотела похвастаться? Смотрите, какая у меня красотища. А? Честно говоря, у меня этот цветок уже 2 года. И вот за 2 года он в прошлом году цвел, но так как-то вяленько, неохота, вообще не очень. В общем, у него что-то получалось как-то, или он приживался, или что-то я не так делала. Хотя я со всеми цветами одинаково, ну, в принципе, просто поливаю, больше ничего не делаю, потому что я не знаю, что с ними еще делать. Вот, а в этом году он прям так расцвел. В общем, я так понимаю, ему понравилось у меня, все хорошо, поэтому он меня в этом году радует, прямо очень-очень красиво цветет в этом году. Вот. Муж привез телевизор, и я хочу себе поставить его на кухне, потому что часто, когда я готовлю или что-то такое долго, или, ну, в смысле долго, ну, если что-то из выпечки, то, конечно, это занимает время. Ну, а выпечка у меня частенько. Снимаю я редко, а выпечка частенько. Вот, и поэтому, когда я что-то готовлю, я на кухне всегда включаю что-то задним фоном, там, или музыку, или какой-то фильм, или какую-то передачу, и чтобы что-то слушать, чтобы мозг шевелился, не застаивался, но получал какую-то информацию. Вот, и с дачи приехал телевизор, и я хочу его сегодня поставить на то место, где он у меня стоит зимой, но там у меня кошмар, кошмарович, потому что этот стол, он почему-то у нас постоянно закидан чем-то, заброшен, навален. Я не знаю еще, какое слово подобрать. Но просто он сразу на входе в кухню, и все почему-то заходят и туда все вот скидывают, наваливают, и я в том числе. И поэтому я сейчас хочу вместе с вами разобрать этот стол, убрать, сделать порядок и поставим для меня телевизор. Вы будете морально меня поддерживать, а я буду заниматься уборкой. Давайте. Ну вот, смотрите, вот двери, вот все сюда заходят, и смотрите, что тут происходит. Тут стоит все, что может только стоять, лежать, валяться, все что угодно. Вот, это я вам показывала, муж розочки детям подарил. Оп, сейчас свет сделаю получше чуть-чуть. Вот, это у меня, видите, в горшках осень началась, осенняя, все, вон посохло, сейчас буду что-то с этим делать. И вот у меня еще один цветок, тут тоже осень началась, но самое интересное, что вот вроде бы как новое что-то растет. В общем, я так понимаю, надо вот это сухое удалить, и может быть у меня заново будет цветок цвести или что там с ним делать. А этот, я так понимаю, уже
на зиму спать ложится. Не знаю, ну, в общем, он в таком состоянии. В общем, сейчас что-то буду делать с этим горшком. Так, заодно вот тут покажу вам, приготовила вам показать. Сейчас перенесу на свет, потому что тут ничего не видно. Так, у меня тут новые покупочки на Новый год. Смотрите, вот такого Деда Мороза купили. Поставим на Новый год. Потом вот таких вот снеговиков, они вот тут вот, не знаю, там чем-то набито, такие как маленькие шарики, знаете. Вот, одного снеговика мы себе оставим. Одного снеговика на подарочек. И вот еще один снеговичочек такой. Потом уже появились новогодние шоколадки. В той части Германии уже рождественскую ярмарку открыли. А у нас, я думала, откроют 25-го, но у нас открывают 29-го. По крайней мере, сегодня так в группе написали. Вот, еще хотела вот давно купить себе вот такую вот, знаете, под елку, вот эту вот, не знаю, как она правильно называется, ну, такая подстилочка, потому что каждый год я придумываю, какое одеяло туда положить, а теперь вот такая вот у нас будет подстилочка, сейчас я вместе с вами ее открою. Я, конечно, хотела белую, но были только серые, вот такие вот бордовые и черные. Ну, к чему она черная? Я решила, что серая лучше все-таки. А беленькую, конечно, мне хотелось, но беленькой не было. Я хочу сказать, ого, тут зашито, подождите, ножницы возьму. Я хочу сказать, что это стоило, по-моему, 3,99 в магазине Aldi. И тут размер 100 сантиметров, то есть, ну, такая, достаточно она большая будет. Ну, классно. Я хочу сказать, что это самая дешевая цена, потому что я уже искала себе такую штучку под елку. И вот, и что? А где? А как? Так, а кто-нибудь понимает, как это работает вообще? У нее же где-то должен был быть вход, а она целая. А как ее под елку ложить? Целая, что-то ничего не поняла. Так, кто-то понимает, как это вообще должно быть? Так, сейчас я почитаю, ничего не поняла, я себе не так это представляю. Подождите. О, ну вот это, знаете, как вот с людьми бывает, да? Вот одно и то же, а люди видят, слышат и думают по-разному. Так вот это у меня. Значит так, я лично себе представляла, что вот тут должна быть посередине дырка. Она одевается на ствол елки, и вот эта вот ткань накрывает, ну, вот этот, как это, ну, крестовину под елкой, да? Ну, я так себе представляла, как оно должно быть. Я, скорее всего, так и сделаю. Я сделаю тут дырку и все. Потому что, по идее, то, что нарисовано на этом, то, смотрите, тут крестовина стоит сверху на этой подстилке. Так, а смысл мне? Смысл же этой подстилки в том, чтобы закрыть крестовину, а не в том, чтобы ее все равно было видно. Ну, по крайней мере, я себе так представляю. Не знаю, пишите в комментариях, зачем вам подстилка под елку. Мне, чтобы закрыть крестовину. Поэтому я сделаю вот тут вот все-таки разрез. И буду одевать на ствол, чтобы крестовины не было видно. Вот, поэтому я хотела белую имитацию снега. Ой, а у меня где-то был в прошлом году искусственный снег. Все, в общем, разобрались мы с вами, да? Смотрим дальше. Дальше смотрим. Смотрите, какой классный конвертик. Вот. Это такая сумочка-конвертик. Ну, я так понимаю, это, наверное, для детей, для подарков, там что-то такое. Или, может быть, конфетки ложить, или денежки какие-то, например, если дарить. Ну, не знаю, в общем, нам понравилось, мы купили, она такая. Можно положить сюда денежку и повесить на елку, потому что мы всегда на елку вешаем деньги. У нас такая традиция. Была такая смешная история с этими деньгами, ну, может быть, потом как-нибудь расскажу, сидя под елкой. Вот, а вы ложите деньги на елку? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно, я одна так делаю или так все делают? Так, и купили две новых шапки. Я, честно говоря, не помню, с прошлого года у нас были шапки или не были, но мне кажется, я покупала, но я помню, что одна была какая-то не очень уже красивая. Ну, в общем, эти шапочки были по евро, поэтому взяли две штучки. И я думаю, что у меня еще две найдутся, чтобы всем четверым хватило по шапочке. Так, с новогодним мы закончили.
Ты видишь, какой у меня подарок мне муж сделал, да. Сковородочка, вот такая вот. Вот. Видите? Это бумажка отсюда. Я просто проверяла. У нас печка, которая не на все сковородки, кастрюли, не на все реагирует. Ну, то есть надо специальные какие-то. Но это все нормально. Я уже ее ставила, уже распаковала. Ставила на печку. Печка ее видит. Потому что у меня есть еще одна тефалевская сковородка. Но печка ее не видит. Блинница. Вот. Поэтому... Блинница уехала в подвал, а эта, слава богу, подошла сковородой. Печка ее видит. Вот, заказывали в магазине Миксмарт. Да. Да? Не, Медиамарт. Медиамарт. И Медиамарт прислала вот такой вот подарочек вместе со сковородкой. Я сначала не поняла, что это. Это уже дети чуть-чуть открыли. А это такие два пробничка каких-то новых шоколадных... Как это? Шоколадный крем или как? Ну, типа нутеллы, что-то такое. Вот. Дети уже ходили, нервничали. Когда ты, мама, снимешь сковородку, потому что мы хотим вот это попробовать. В общем, все. Сегодня дети распакуют этот шоколадный крем и попробуют его. Крем, да, написано. Так, все. То эти вещи стояли и ждали, когда же я вам все это покажу и расскажу. Вот, собираюсь в этом году... Ой, боже, зачем я сковородку складываю? Собираюсь в этом году елку ставить раньше, чем обычно. Вот, собираюсь в этом году елку ставить раньше, чем обычно, потому что, ну, в Украине я елку ставила где-то числа 27-го, где-то там. Но так как здесь уже начинается Рождество, и в той части Германии уже рождественская ярмарка даже началась, потому что уже блогеры снимали, как ходили гулять, вот, то я решила в этом году поставить елку намного раньше, чем обычно. Когда буду ставить, я вам все покажу. Да. Потому что в этом году у нас Новый год немножечко будет по-другому, чем обычно проходить. Поэтому все в этом году по-другому. Ладно, все. Классно с вами болтать, но мне надо навести порядок. Я хочу поставить себе телевизор на кухню. Так что давайте убирать все-таки. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head high. Требуется помощь мужа, поэтому я не умею настроить, потом придет муж настроить. Ну, нормально. Теперь я со своим телевизором на кухне. Муж мне сделает YouTube, и все, я буду все тут смотреть. По-моему, хорошо получилось. Единственное, что надо вот это убрать. У меня, знаете, всякие мелочи нужные. Так, это лекарство мне надо, это мои запчасти по съемкам.
А вот это я сейчас сяду, разберу. И уберу отсюда. Разберу и уберу. Все. Будет так. Я надеюсь, что больше сюда никто ничего накладывать не будет. Потому что постоянно, все время кто-то что-то ложит, да? Скажите, так лучше. Угу. Да, мне тоже нравится. Вот. Раз уже все равно готовимся к Рождеству и Новому году, пусть будет тогда пока временно так. Вот тут это я оставлю. Это с Хэллоуина голова, череп. Это, знаете, этот, как это, вот так вот, да? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Так. Это мое, это мне надо, это для работы. Кстати, у меня появилась на кухне новая полочка. Как видите, я ее уже заставила всем в подряд, потому что бокалы у меня уже некуда ставить. Там Эктор стоит, там я. Это единственная фотография, которая пока есть. Надо распечатать еще какую-то нашу общую. Это дети на Хэллоуин покупали тоже. Это с Венеции с прошлого года. Это просто любовь. И вот еще, это мне дочка сплела. Это, не помню уже, где взяли. Ну, и, конечно, естественно, наш любимый прапор. Так, по-моему, отлично получилось. Мне очень нравится. Часы, телевизор. Единственное, что я, ну, в будущем думаю, телевизор надо будет туда под часы повесить. Вот как-то или часы туда убрать, или все-таки телевизор вот так повесить, чтобы он здесь не стоял. Ну, пока и так хорошо, правильно? Я тоже так, так думаю. У меня репетиция Нового года. Нет, ну просто гирлянда лежала, и я решила, почему бы и нет. Что такое? Только что мигала, уже не хочет. А ну, сделай нам красиво. Сделай нам огонь. Вот. Вот. Сейчас свет выключу. А! Да-да-да. Как-то получше так, конечно. Вообще люблю гирлянды. Какое-то другое настроение. Вот. Но она здесь не будет лежать, она здесь временно, пока я не принесу все новогодние украшения, и тогда уже распределю, какие гирлянды куда. Но пока будет здесь. Мне тут нравится.